Привет, всем привет, с вами снова Ольга и ее семья. И куда мы сейчас едем? Одиган из Лауричига. Where? Бугура. Дейбы, дейбы, гадугуя. Проезжаем, друзья, университет второй, в котором я училась. Друзья, вот так вот выглядит корейская тюрьма. Довольно современненько, я вам скажу. Еще и в центре города. Слушай, ну что в такой тюрьме не посидеть-то, блин? Ну, видно, да, решетки вон там везде. Везде-везде решетки на каждом окне, на каждом балконе. Прикольно. Тюрьма по-корейски. Апаты вон точно. Ну да, здесь тут же жилые дома, апаты всякие, шопинг-центры. И здесь вообще есть корейская силиконовая долина рядом со всем. И вот такая вот модненькая тюрьма. А вон Lotte Tower видно. Да хватит уже хомячить, а. Мы тут затравили папу, он все время всю дорогу хомячит, хомячит. Все Софьины печеньки сожрал уже. Смотри, там уже что вываливает. Ай, занчима. Не пей, сансон пей. Солнышко выглянуло, все приободрились сразу. А то мы как в аквариуме, тут друзья у нас уже 2 месяца поливает. Мы уже привыкли жить в воде, плавать просто. И сегодня выглянуло солнышко, и мы прям все такие счастливые. Такие вот старые-старые апаты здесь, дома. Их все сносят сейчас и строят вот такие вот новые, еще выше. Корейцы обожают, конечно, многоэтажки. Они не согласны жить в каком-то другом типе жилья. Все богатые, ну, большинство богатых корейцев, они предпочитают много-много-много комнатные, большие, просторные квартиры в многоэтажных зданиях. Цены на малоэтажное жилье, они только падают, а на многоэтажные цены только растут. Поэтому, подстраиваясь, так сказать, под рынок, девелоперы строят именно многоэтажные дома. Это не обусловлено отсутствием земли, это не Гонконг. Это именно спрос. Спрос рождает предложение. Это старая часть набережной Хангана. Видите, здесь еще такие старые домики все. Хангану бригад 찾아 지금 건물들은 다 그대로 있다 알아? 안장기야 이제. 한강 다 썼잖아. 근데 걔네는 아마 그대로 있어. 똑같아. 편의점 가게들 그 안 나. Да, там много всяких заведений, всяких ресторанов и магазинов на набережной. И они все на понтоны. Понтоны вроде это называется. Если мне не изменяет память. Русский язык давно не мой родной. В общем, эти здания не затапливают, они просто поднимаются вместе с уровнем воды. А, 일본이 한강에 이런 건물 보고 놀랬어. 아, 진짜? 어. 왜냐면 어떻게 비가 계속 와서 분명히 집이 잠겨야 되는데 건물이 계속 똑같아. 일본은 안 그래요? 일본은 다 잠겼어, 막 다. 건물이 막 없어지고 위에 뚜껑까지 없어지고. 근데 한국은 왜 뭐야 도대체? 한국이 언제부터 그런 시스템 만들었어? 10년이야, 10년 전. 10년. Так, друзья, затопило набережную Хангана. Деревьев не видно, все деревья под водой. А здания себе плавают. О, да, занёсся. Ханган. О, 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 о. О, а не, сейчас. 엄청나게 이거 장난 아니야. 물이 거쳐서 우와. 아, мы уже доехали практически на Хонде. Хонде, наверное, все уже знают, кто более-менее интересуется Кореей. Это такой самый университетский, молодежный, гуляльный район, тусовочный. Здесь много всяких артистов. Ну, это все, конечно, вечером. Я потом это все поснимаю. Да, вот такие смешанные улочки. Здесь и старые какие-то вот такие малоэтажные здания. Сеул как-то так и выглядит весь. Ну, кроме каких-то бизнес-центров. В новых районах, просто в новых городах, там все понятно. Там выстроенная такая уже сетка улиц. Все ровненько, все понятненько. Все по плану. А в Сеуле
Здесь сплошной хаос, конечно, все вот эти вот улицы, они непонятно как разбросаны, непонятно куда ехать и сворачивать. Но этим он и прекрасен, Сеул, он интересен. На машине здесь передвигаться не очень комфортно, а гулять по нему очень-очень прикольно, очень интересно. Никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. Просто не видео сегодня, а какой-то тур по Сеулу получился. Нет, с этой машины очень удобно снимать. Я, кстати, не сказала вам, что муж поменял машину. Он купил вот такую вот старую большую. Поменял свою старую маленькую на старую большую, потому что детям удобно в ней. И мне тоже нравится. И чака пусын чая? Starex. Starex. Hyundai Starex называется старая модель. И старая больше, чем новая, поэтому нам пофигу на внешний вид, главное, чтобы это было комфортно. На такие сеульские улочки заезжать на такой большой машине очень сложно. А припарковаться еще сложнее. В Сеуле вообще с парковкой печаль беда. В таких вот именно в старых районах. А, друзья, конечно же, мы не смогли нигде припарковаться. Папа поехал наш дальше парковаться, а мы идем. Сначала встреча будет в кафе, я так поняла. Потом мы пойдем к этому блогеру, к Дэйву, домой. Но пока неизвестно. Это не точно. Пока это не точно. Пригласят, пойдем. Не пригласят, не пойдем. Я вообще впервые снимаю какой-то коллаб. Снимаю просто в формате влог. И не знаю, как все это будет выглядеть. Но так, как правило, и бывает. Влог на то и влог. Ты не знаешь никогда, что тебя ждет. Зашли в какую-то кафешку. Здрасте. Друзья, сидим, ждем Дэйва пока. Вот смотрите, нам принесли такой напиток. Я такое вижу в первый раз. Здесь виноград, здесь мята, по-моему, и розмарин. Да? И ремимодо. Это еще картина. Это розмарин. Если перевести на русском языке, это лесной эйд. И прям как лес вышел. Как в лес вышел? А, лесной эйд, друзья. Лесной лимонад. И когда вы его пьете, у вас должно появиться ощущение, что вы вышли в лес. Ну, как ощущение? Спроси, как. Вышел в лес он. Дыке? Это, друзья, живые цветы. Мы сначала подумали, что они искусственные, но они живые. Милота прям такая. А главное, какие красивые парни варят кофе. Я думаю, я же не выйдет там. О, да! Кто на что смотрит? А мы сквозь цветы смотрим. А, им в фитнес-зале бы работали. Друзья, мы шутим. А, друзья, мы не ждали здесь Дэйва, оказывается. Мы ждали, когда он там у себя все подготовит, и чтобы мы пошли к нему домой. В общем, мы сейчас пойдем к нему домой. Это район Хондэ, да? Сейчас. Да. Угу. Называется Хондэ, но еще называется Йоннамдо. Йоннамдо. Это Йонсей университет здесь, да, рядом где-то? Да, рядом находится. Угу. Этот район, друзья, любят молодые пары. Они ходят в основном сюда на свидания. Софья тоже здесь постоянно гуляет. Не знаю, на свидание ли она ходит или с подружками встречается. Говорит, что с подружками, но никак не проверишь. Она часто сюда ездит. Знаете, здесь все десерты делают из тофу. Торты, десерты, все из тофу делают. Все из тофу здесь делают, друзья. Все десерты. Прикольно. Вау! Кошка! Какая большая! Бамукда! Hello! Гита, чай чай урыш. Хай. Ай. 그냥 влог. А, 해도 돼. 몰라 가지고.
소피아 의원님. 안정민아. 고양이 이름이 뭐예요? 철수. 수철. 철수. 철수. 아 맞다. 수철. Sorry. 미안하지도 있어요. 있었는데 정신 없을까 봐 지금 방에 넣었는데 괜찮아요? 괜찮아요. 꺼내요? 그냥 보고 봐도 괜찮아요. 우리 집에도 있어요. 그건 아직 괜찮아요. Are you ready? 여기 편집했나 봐, 여기서. 여기서 사람 좋아. 어떻게 좋아, 이렇게? 이게 어떻게 좋아, 이렇게? 애들 비키네스? 얘 이름 뭐지? 비키네스. 러시아말로 한국말로 몰라. 알았어 알았어. 신났어 신났어. друзья, здесь еще одна кошка есть. Сколько здесь кошек вообще у него? Офигеть. Все такие пушистики, главное. 제주 와서 한번 지면도 했어요. 저 지면도 엄청 좋아요. 엘프레톰 지면도 했어요. 헤이저 들어주시면. 20년 동안 기타 안 치세요, 20년 동안. 아이, 그래도. 아, 그래? 그러면 뭐 잘 치고 나 해놨습니다. 지면도 많이 쳐요. 진짜로? 네, 좋아해요. 저 좋았던 거 헤이저? 주세요. 헤이저. 헤이저. 헤이저 아니면 뭐 리트윙? 막 그런 거. 리트윙도 치지 않은데? 리트윙 치기 싫지 않은데? 안녕하세요. 미안한데. 난 20년대 갖고 오래돼 갖고. 아유 왜 그래? 자꾸 부끄러우면 어떡해. 그래도 잘해. 아버님 지금 아버지 좀 근데 나 좀 젊 좀 나 나이 좀 먹었어요. 50세. 50이에요? 되게 젊어 보이시. 머리 하지. 아 마키타 리스트를 좋아했구나. 그렇죠. 그러고 싶었지만 옛날에 유명해진 분이고 싶었어요. 음악으로. 마키타 리스트. 근데 왜? 왜 갑자기 유튜버로? 너무 어렵지. 이걸 유튜브야. Друзья, сейчас будет у нас room tour по квартире Дэйва. Дэйв из Америки, он живет в Корее 12 лет. А когда хотел там он очень знаменитый в Корее блогер. Софья его фанатка. 옛날에 Ага. У него там очень много винтажных вещей, и Софья сейчас будет угадывать. Эта идея родилась прямо вот сейчас, друзья, у нас мы ни о чем не договаривались, что будем снимать, как снимать. Просто пробная встреча такая, знакомство. Вау. Омен. 뭔지 다 모를걸? 내가 늙었으니까 다 알지. 소피아 모를걸? 비빔밥. 머리 동작. 들어와도 돼요? 응. 들어와. 구경해요. 아니, 네 방 잘 봤어. 이거 알아? 소피아? 뭐야? 게임기? 옛날 거 엄청 축하. 옛날 게임기. Это хобби. Хобби Дэйва. Он собирает вот такую всякую. Не было. Он больше это handphone. Это Nokia, не? Я. Как телефон. А оружие это иро. Это телефон. Эник. Я, это телефон, ты не знаешь? Да. Это иногда хорошо. Это очень дешевое. 80에서 한 120만 원. 아, 삼성. 삼성 거네. 엄청 비싸지. 셀러 무지에 이제 프리엄. 이거 폴더를 써 봤습니다. 내가 좀 많이 갔네. 바로 왔네. 바로 왔네. 이거 써 봤습니다. 네. 이거 뭔지 알아? 뭐야? 닌텐도 옛날 거. 이게 닌텐도야? 아. 써 있잖아, 닌텐도. 아, 이거 오케이. 미쳤다. 진짜. 어떻게 해? 게임 안 되잖아. 왜 안 돼? 다 됐어, 옛날에 이것도. 이걸로 다 했어 우리 어릴 때. 근데 хотел угостить Ангелину какими-то вкусняшками. Паша пошарился у себя там по ящикам. Ничего не нашел. Говорит, извини. Я холостяк, у меня ничего нет. 한국 음식 어떻게 많이 시켜 먹어요? 쌀국수? 아, 그거 말해. 닭갈비 그런 거?
닭갈비. 닭갈비. 오. 아니, 배달 되잖아요. 닭갈비 되지. 닭갈비 나도 제일 좋아. 닭갈비 최고. 맞아 맞아. 어떻게 알았어요? 우리 겨우 거의 키워봤으니까. 엉덩이 뜨들겨지고. 엄청 좋아해. 그 귀 귀 뒤에 만져봐. 그러면 누가 때리지? 응, 누가 버리지? 누가 버리지? 야옹이 나머지 야옹. 야옹. Да, друзья, сейчас выяснилось, что в Корее не существует аналога кыс-кыс-кыс. Любовь спрашивает, почему корейские кошки не понимают кис-кис-кис, поэтому, потому что они к этому, конечно, не приучены. А в Корее зовут кошек вот так. Папа сбегал в магазин, купил самгак кимбаб. С чем это? Такальби. Такальби. Вау, такальби. В доме Дэйва. Ангелина, да, в доме Дэйва. Как бедный родственник на полу сам как кимбаб. Ты что, так сел? Не, ничего. Все нормально. Кенчана, могу? Мани, могу? Туда чем море такое? Мурлята, Дэй? Дэй, ольмаком чаджу его хэйо? А? Кня, аксессуарии? А, я же мани хэйо. А, мани хэйо. 한번 만져봐요. 만져봐요. 근육맨. 만져봐. 돌멩이야, 돌멩이. 아, 맞아. 돌멩이. 우린 그냥 인테리어인 줄 알았어. 아, 저 많이. 막 이거 미인이라고. 많이 운동 열심히 했어. 그게 아니고 이거. 만져봐, 승근. 이게 아니고. 드니게 아니고. 이거. 아, 예. 그건 김성근이고. 원래 그렇게 있지 않나요? 저 한 손으로 해요. 오, 이거를? 네. 해봐. 여. 여. 몇 킬로야 이게? 오늘 한 손을 못해. 몇 킬로? 한 번 입었어요. 내 몸이 무겁게 무거워. 승근아 해봐. 아빠 해봐. 아 해봐. 저. 아빠 해봐. 해봐. 난 두 손으로. 난 두 손으로. 아, 두 손으로. 아, 한 손으로. 두 손으로 해야지. 할 수 있을까요? 오, 역시 니원, 이 아빠 아직까지 괜찮아. 힘들어, 힘들어. 몇 킬로 같대? 한 20킬로. 20킬로 정도? 20몇 킬로일걸? 그럼 편집하다가 가끔씩? 아니요, 저 가끔 트위치하고는 트위치에서 트위치 게임할 때 너무 빡치면 Сейчас София будет давать интервью. Я прям переживаю сейчас, София, как наболтает, наболтает. Правда. Он ее точно разболтает сегодня. Друзья, это и многие другие интервью вы можете посмотреть на канале Дэйва. Он с юмором снимает о разнице менталитетов. Вы стопудово залипнете надолго на его канале. Ссылку я оставлю в описании. Пока там снимается интервью. Папа здесь кайфует от кошечки. Или кошечка от папы. Непонятно, кто от кого кайфует больше. Но это у них взаимно. Соня, как истинный фанат, делает селфи. Селфи. Ангелина вообще никуда не собирается, она лежит, играет и никуда не хочет уходить. Ангелина, домой пора. Друзья, мы, конечно, как всегда, вышли. Учуяли какие-то запахи. Здесь на улице просто огромное количество всяких разных запахов. И все захотели жрать. Так что это? Барбекю. Барбекю? Да, Так, все, не понравилось.
Вот почему нужны такие плакаты перед рестораном? Чтобы сразу люди посмотрели, хотят они туда заходить или нет. Это очень-очень правильно, я считаю, правильный подход. Зачем зря заходить, тратить время друг друга, если вы из меню ничего не хотите. Короче, друзья, не нашли мы ничего на этой улице, то, что нам бы хотелось поесть. Поэтому мы сели в машину и едем сейчас в какое-то другое место. Мы же еще такие, нам хрен угодишь. Мы же любим, чтобы это, если был ресторан, то это было, блин, ресторан корейский, настоящий. А не абы что. Нет, здесь наверняка, конечно, есть, просто мы этот район не знаем и не знаем, куда идти, где искать еще. Поэтому в Сеуле, как всегда, проходят акции протеста. Это люди здесь очень активные. Активно высказывают свою гражданскую позицию. С этим делом все в Корее замечательно. Каждый может выйти. Полицейские просто следят за порядком и никак не препятствуют. Это, друзья, просто церковь протестантская, скорее всего. Подумаешь ли, все церкви в Корее как-то так выглядят. Сарангюэ라고 유명한데요. Саранг чёрчи. Друзья, я испытываю сейчас просто полный восторг, потому что мы едем по выделенке. Почему мы едем по выделенке? Потому что у нас машина 12 мест. И мы, как автобус полноценный, можем ехать по выделенной полосе. Прикиньте, нам теперь пробки в Корее не страшны. Друзья, мы приехали поесть мэгитан. Мэгитан – это уха, корейская уха из сома. Сом – это не морская рыба. В Корее в основном морская рыба, поэтому здесь, если речная рыба какая-то, то это здесь вообще уже эксклюзив и... Не эксклюзив, а как это называется? Деликатес. Поэтому такие рестораны очень ценятся. И в Корее речная какая-то рыба, она стоит больше, дороже, чем морская. Как обычно, друзья, принесли нам всякие закуски, панчаны, и принесли само блюдо. Его нужно готовить на огне, прямо на столе. Здесь видим мы креветки. Да, креветки и грибы, и листья перилы пока что. Но рыба где-то внизу. В общем, это все сейчас будет твориться здесь, готовиться. Это так круто, мне кажется. Где Таринара и Рунгуду из Сойрики, Чаги Сесеро, Йори, Хэйо. Тейблеса. Где? Мне кажется, немного. Если есть где-то в других странах, то не так много, чтобы ты прям сам вот это готовил на столе, тут же ел это. Это очень круто. Я обожаю эту культуру вообще саму. Мэгги. Чукума, да, ганде? Чукуме, Мэггига. Юмае. Роша, его пода. Роша, имана. Имана. Ой, бутра. Секи, аня, секи. А, хангу, Мэгги. 한국 맥이도 큰 것도 커. 이만큼. 그러니까 그럴 것 같아. 보통이야 보통. 조그만 것들. Сейчас будут добавлять галушки. Вот таким образом это делается. Приносят просто тесто и потом вот так отщипывают и кидают в галушки. Вот так вот их сначала приносят. Их можно заказать отдельно. Это не просто тесто, там с чем-то, там кунжут, по-моему, еще что-то. Кидемания. Масилку готов. Мулла. Папчики. Папчики. Папа. Они, да, но. Андрей, ты что, могу? Андрей, я пойду, а мы. Пойду, я пойду. Супер, два на юг. Будрово. 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 А вот теперь оно масляное. Мулля? Будрово. Кня будрово. Кыша? Ты так хамбан, кем он обсудил? А. 아빠도 먹어봐야지. 찍어 먹어야지.
그렇게 맞는 사도 어디서 보였어? 선배한테 껍질만 주고 자기가 미안 원래 그런 거야 하는 게 너무 충격적이다 그러니까 어? 맛있어 맛있어? 나도 이 맛있어 이 지금 어 맛있어 진짜? 몰라 없어 몇 바퀴 나 빠지잖아 이렇게 그릴 때 Так как эта рыба очень свежая, ну как бы она только что выловленная, она, конечно, вся сразу отделяется от костей, ее нужно искать где-то внизу. Ангели. Как всегда, как голодная, она напрыгивает на эти конфетки. И всегда радуется, так как будто это первой конфеткой в ее жизни. Что за ребенок? Что значит каждому мороженку, каждой конфетке радуется вот так вот, как будто, блин, не видит. А? А, какой-то сливовый чай здесь, сливовый сок. Сливовый сок в Корее считается, глин, считается, что сливовый сок, он способствует пищеварению. Вы видите, все в шерсти из-за этих котов Дэйва. Но Дэйва Коя не только котечек. Я Куянь. А, Куянь. Хотя? Я писать Куянь. Хорани, а хорани. Я. А, все, друзья, едем домой.